Бренд на постсоветском пространстве – это некая подмена отсутствия идеологии, потому что Советский Союз держался на сложной идеологии, вот, абсолютно статичной. Вот, а в 92-м году, и там в 91-м году отмена 6-й статьи Конституции отменила заодно и право, там, ну, в смысле, как бы эксклюзивную монополию коммунистической идеологии. То есть вместе с 6-й статьей Конституции из Конституции исчезло слово «идеология». То есть ни одна из идеологий может стать монополией. Но взамен этого не пришло понимание, то есть не пришло понимание работы со смыслами. И у нас вообще исчезли смыслы, вообще исчезли жизнь. У нас и культура-то встала, по большому счету. Она встала, потому что вся культура советская держалась на статичной идеологии. Советский Союз сделал такую культурную инновацию. Он, обычная идеология, набор неких идей, какая-то онтология является частью культуры. Ну, то есть внутри культуры крутится, и их может быть много, они могут там перепыляться, как-то, значит, друг с другом конфликтовать. А Советский Союз взял идеологию, вытащил из культуры, сделал из этого абсолютно такую статику, это не трогай, это святое, и всю культуру просто привязал к идеологии. Поэтому долгое время, в принципе, он мог управлять большим количеством людей и мобилизовать их на все, что угодно, потому что, в принципе, вся культура была реальным инструментом. То есть нужно вам ценностей побольше государственных, вот так вот. Нужно вас послать вот туда строить Сибирь в нечеловеческих условиях, вот, а вы еще счастливы будете. Вы еще будете вот радоваться жизни, потому что вся ваша личность формировалась в абсолютно контролируемом государством пространстве. Там от пионеров, садика до фильма, книги, городская среда, все было спроектировано, исходя из очень четкой, так сказать, как бы идеологии. Вот. А когда от нее отказались, культура вся встала, и потом у нас до сих пор дефицит смыслов, и мы не умеем с этим работать. Вот и все. И поэтому, в принципе, брендинг на постсоветском пространстве, он весь не получился удачным, потому что брендинг – это про формирование локальной идеологии, а он скатился до логотипинга. Поэтому, например, Краснодар «Живи со вкусом», ну, вместо слова «Краснодар» я могу подставить кучу других городов, более вкусных. Понимаете, да, а где здесь Краснодар именно? То есть это некая такая, мне кажется, имитация, подмена. Потому что сходу разобраться, что такое Краснодар, ну, это тяжеловато. Плюс, возможно, то, что такое сейчас Краснодар, не совсем может быть упаковано в хорошую визуабельную, там, читабельную месседж какой-то, в визуальную идеологию как-то. Идеология может там не понравиться текущему Краснодару. Поэтому, мне кажется, это подмена понятия. Хорошо, что брендинг вообще в России как-то остановился. Я тоже, кстати, этому всячески способствовал, потому что я сказал, что ну, пока мы не разберемся с некой такой субъектностью, а все-таки что такое идеология, зачем, что такое брендинг, все-таки не на чем делать из этого, не на чем к этому относиться как к более сложному инструменту, то все это будет превращаться в такой логотипинг. У нас даже поговорка есть: новый мэр, новый бренд. Ну, например, да, меняется мэр, меняется бренд. Все европейцы говорят, как? А разве бренд не принадлежит городу? Я говорю, что такое город у вас? Говорит, ну как это вот разные сообщества, да, бизнес, интерес, администрация. Я говорю, а у нас город это вот такой вот некий набор из связанных между собой групп людей, которые когда-то, конечно же, пересекаются, что-то, конечно, делают вместе, но подпольно. Вот, ресурсы принятия решений в одном центре, деньги в другом центре, хорошо жить в третьем центре. Вот, пока города нет.